Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Как только пригревает солнышко, пускай даже и не летнее, так и тянет на природу пожарить чего-нибудь вкусного на костре. Шашлыки – это прям стандартно, это классика. А сегодня буду с вами жарить необычные бутербродики. Один раз попробовавши, поверьте, вы вас за уши уже не оттянешь. Так это вкусно и просто. На большую компанию это просто идеально. Понадобится всего лишь 3 ингредиента. Бекон, хлеб, сыр и, возможно, по желанию можно добавить либо помидорку, либо кетчуп. Готовится все очень просто. Я взяла батон и стандартный батон делю на 3 части, каждый кусочек. Вот смотрите, есть вариант сделать, как я, с батоном, как конкретно люблю именно я готовить. Мой муж предпочитает больше с черным хлебом, поэтому на него я делаю с черным хлебушком. Ну, поэтому смотрите сами по вашему вкусу и желанию, что вы предпочитаете. Сыр взяла самый простой, какой был в магазине, по-моему, даже 45-ку я взяла, сливочный, если я не ошибаюсь. И вот нарезаю на такие прямоугольнички, чтобы оно красиво легло на наш нарезанный батон. Есть две вариации. Вы можете, если так вот не любите хлеб, может на какой-то диете или так далее, выбрать один кусочек хлеба, один кусочек сыра и вот начинаем хорошенько обматывать нашу конструкцию. Если же вам надо посытнее, чтобы порция была такая достаточно, ну, чтобы взял и наелся, то тогда в этом случае я беру 2 кусочка хлеба, 2 кусочка сыра и вот данную конструкцию тоже оборачиваю беконом. Ну, смотрите сами, что сытнее и что предпочтительнее в вашем случае. Говорю сразу, что выходит достаточно много на нашу семью, нам и покушать, и еще остается даже на вечер перекусить. Поэтому блюдо вкусное и простое. А я пошла поджигать костер, будем с вами жарить. Смотрите, какая сегодня прекраснейшая погода. У нас 15 градусов на улице, май месяц. Красота, только жарить и жарить шашлык. И на углях я делаю половину шашлыка и половину вот этих вот горячих бутербродов. Запекаем, ну, минуток, не знаю, минуток 10. Бекон должен стать такой хрустящий, а сыр, как вы понимаете, расплавится. В горячем виде это просто изумительный вариант. Не знаю, я вообще очень знатно подсела на такие бутерброды. Я уже беконом оборачиваю и лук, такие луковые колечки делаю, я уже и грибы оборачиваю беконом. Я просто ярый фанат вот таких вот шашлычных историй на свежем воздухе. Все, смотрите, какая красота. Хрустящую корочку видите, сыр расплавился, можно доставать с огня. Я же прямо рассказываю, и у меня аж слюнки текут, как это вкусно. И будем с любым соусом. Сама я люблю делать такой соус, кетчуп с майонезом и макать наши бутерброды в горячем виде и кушать. С приходом теплых деньков на свежем воздухе готовить еду – это просто одно удовольствие. Ведь можно же все что угодно запекать, и это точно будет вкусно. И кто бы что ни говорил, вредно, не вредно, главное, что это очень вкусно и аппетитно. Уверена, что данные бутерброды точно вам придется по вкусу. Это просто быстро и на всю компанию идеально. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новинки. А я желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч. Всем пока-пока!